Санитарно-эпидемиологическая служба области напоминает о важности вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится в организациях здравоохранения и передвижных пунктах. Жители и гости Витебска вакцинируются в прививочных пунктах Марка Сити и Трио ежедневно с 11 до 19 часов без выходных. Если вы еще не вакцинировались, убедительно просим вас сделать свой выбор в пользу вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт. Защитите себя и тех, кто рядом. Сделайте прививку сегодня. Прибынок. Открытое акционерное товарищество «Стяг индустриализации». Осторожно, двери зачиняются. Наступный прибыток. Технологичный колледж. Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидения пассажирам с детьми, инвалидам, особым со старелого возрасту, а так само тяжелым женщинам. Технологичный колледж.